Всем привет, на связи Пионеры, и это очередное видео по Iron Front, то название говорит само за себя. Игра, в принципе, получилась крайне интересной, неоднозначной, в плане в том, что я ни хрена не понимал вообще, что творится. План изначально был понятен только искушенным планоделом, но в конечном итоге все получилось не так, как я ожидал. В конце будет видео сноска со спектатора, мы посмотрим, что как вообще творилось, чтобы хоть как-то понимали, что вообще было на экране. Покажи нам свежий запрос. Так, Помоги АМБ позвонить сбор. командиру. АМБ сбор. Вот мой командир пришел. Ура! Ну, я Командир вас послал пришел. сюда, куда надо. Дайте я пришел, расцелую. Бросил своих, блин, боевых. Давай Нет. я расцелую. В смысле бросил? Я их сюда отправил. Сержант, ну что ж ты так? Они тут уже бедные все расстроились, плачут, блин, уже. Плачут уже, говорит, что, к вам послали? Так, короче, война, хуйня, главное маневры. Идем да, ну вот мы видим, в вон к тому взводу. Да, вот ты там. Голый, ты голый. Короче, да, с этой челентаном в разнос да, все идет. Фиг, знаешь, как делать? Отделение за мной, пошли, пехом. Тут уже пехота пошла, так что скорее всего. Все, беги потом сделай. Скоро знаешь, как пойдем он? туда. Тебе расскажет. Да, ну вот он. Все, они убегают уже. Уйду за ними. Так что сейчас еще. А мы думали, мы тебя забыли на машине. Так, Ниша, я вас отправил, а дальше пошел сам узнавать ситуацию. Ребята, ну, дальнобой зафиговый. Можно я уже? Дальнобой, сделай фикс через этот. Через хом кнопку. Ну сейчас добежим. Ты просто светишься, как кусок снега на говне. Кусочек снега. Ты только что нас все говном обозвал. Ну извините, мой камуфлированный. Все, МВ, сидим в этих кустах, стоп. Часто приходится. Все, сидим, травим анекдоты и все такое. Нет. Так, дальнобой, жми хом и фикс юниформ баг. Нажми фикс юниформ баг. Нажал, я жду. Жди. Жду. Мужики, а чё мы тут все сидим, а? Мы ждем сигнала к атаке. Ну чё, еще не подвезли мне форму? Не. А она у тебя в слоте есть? Сейчас гляну. Да. О, все, есть форма. Все, подвезли мне форму новую, а? Все, красавчик. Почему нам сказали? У тебя постиранная. Ладно, чего? Культу делать, друзья, сюда не было. Мы ждем, пока приедет наш взводный, и потом идем в атаку все стороной. Я же говорю, война, хуйня, главные маневры. Товарищ командир. А самогон есть? А только ты сыпет на трезвом бойте. Нет. У нас только желтая кровь. Можешь пойти, короче, пожаловаться этим. Дедушка, а, нет, некому уже жаловаться. Уехали. Короче, открывайте карту, смотрите, какая хуйня. Какая? Ого, Шатур, какая хуйня. Мы, короче, вот здесь тусим, где первый взвод, вот в этой стороне. Угу. Мы только что были вот здесь, аж наверху. Да-да-да. И мы должны были по плану вот так атаковать. А это типа второй план. Почему-то его поменяли, хер знает почему. Это второй план резервный, мы вот так вот перебрались сюда. Вот сюда, вот там вот сзади нас разведка. Вон там. Ждем сейчас, пока придут все остальные. Остальные это наш взводный плюс отделение. И мы всей стороной вот так атакуем. Да, короче, не скоро, поэтому же говорю, травите анекдоты. Да, берем измором. Сейчас миссия закончится скоро. Пока мы будем ждать, сколько коронавирус Россию захватит. Бегите, разбегайтесь, разбегайтесь. Блять, арта! Арта! Откуда он знал, блядь? Арта! Все! Бля, это был пиздец. Все, арту переждали, живы, молодцы. Резака не убила случайно? Трус. Трусы. Вы трусы все. Все трусы, блядь. Всех трех трусов. Всех кто лег. А ты стоял и ждал, смотрел на выстрел? Да, все, кто лег, трусы. А где был выстрел? Вон туда, кстати. Вот рядом. Резак выжил, смотрите, как же. А кого-то убило? К сожалению, нет.
К сожалению, нет. Ну да, кого бы убило, тому повезло бы, на самом деле. Да, больше не повезло. Так, все, стоим, ждем. А, одного убило, смотрите, сколько. У пацанов. Нихуя себе. Да нет, походу во время паники вот тут повалил. И кого-то ранило еще. Ванек, Ванек, граф, ты где? Граф живой. Он чего? Так, позади разведка. Блин, на его месте должен был быть я. Ему повезло, капец как. Он не будет еще полчаса в кустах сидеть. Так, АМБ, пионер, короче, ты же сказал всем, что мы идем после конфеты? Андрей, ты медика не видел? Нет, еще, я жду взводного. Взводного? А всем это кому? Тихо, я ничего не слышу. Они по нему говорят. А где они? Что, Александр? Ну, они приедут сюда? Они не приедут. Что офицер? Они не приедут? Сформируемся. Нет, наверное. Все раненые. Куда? Все раненые в атаку. Сейчас все раненые убегают в клинике. Ну, парни, давайте назад. Мы сейчас наш взводный потеряем. Мы больше никого не ждем. Назад, назад. Так, подожди, это, командир, мы в атаку идем? В атаку. Принял. АМБ, готовимся к атаке. Готовы. Война закончилась, мы победили. Да. Не, мы сейчас пойдем на наступление, да? Покажи мне еще раз, Дэн. Слушай, у меня есть план. Давай скажем, что мы ранены, в самом конце пойдем и выживем. Я скажу, что мне на толчок надо и пойду. У меня есть... Что вы панику в рядах тут разводите? Заходи, называйте. У тебя что-то штаны кричат. Не, они желтые. Желтый спереди. Мы точно не лежим, чтобы земля высушила. Короче, предлагаю кинуть гранату. Что ты делал? Нет, ты че? Куда? Зайца. Короче. Да, это здесь мой план. Я просто хочу напасть на свою кровать, блять. Так, народ, народ, за самоходками, выстраивайтесь за самоходками, не перед самоходками. АМБ за мной, за самоходку. Так, вот сюда колонны встали. Не в колонну, в шеренгу. В шеренгу, окей, в шеренгу. АМБ в шеренгу. Давайте, давайте, давайте. Сабранкерри. Смотрим туда. Встаем в шеренгу. В колонну. Шеренгу. Шеренгу, шеренгу, давай. Так, шеренгу встали. Если начнется, когда начнется стрельба, бежим дальше, не надо лежать, там еще что-то делать. Все смотрим в цель. Цель там. Кто раненый, ложится и смотрит дальше в цель. И ползет. Кто не может двигаться, просто смотрит. Кто умер, тому повезло. Армейцы, готовьтесь. А, пичный расход, да. Приняли. АМБ, вперед. Что стоит, вперед. Что он там лежит? Вперед, АМБ. Вперед! Когда по нам стреляют, все равно двигаемся, не останавливаемся.
Танкетки, едем, 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 едем. Вперед! Вперед! Останавливайтесь! Вперед, и бежим, 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 бежим! Дайте чего там сзади. Вперед! За танкетками не стойте, они это глючат. Да-да-да, она его глюканула, назад откинулась, опять ёбнула. Кусты вас не спасут, они на дальности не прорисовываются. Наши, наши, наши. Бежим, пока они, пока на них огонь весь. Бежим вперед. За Сталина! Нам пиздец. Так, по нам. Если будете стрелять, то дальность ставьте побольше. Не знаю, 1800 метров, что-то такое. Да, вроде там еще. Вперед, бежим! Бринкайры, работайте! Идем дальше! Идем дальше! Вот прямо! Блять, где лес? Прямо! Вперед, 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 я дымлю! Ой, убили кого-то! Вперед, бойцы! Не смотреть на потери! Можете доставать оружие и стрелять в противника.
чуть левее берем. Командир ранен. Идем, да ко мне, да ко мне, да ползите спереди. Ко мне есть. Медик! Санитар! Да ко мне доползить! Все, привязался. Вперед! Вперед, красноармейцы! Давайте чуть-чуть передышку и пойдем второй. Ложись, ложись пока. Блять, мне ранили точку. Мне в грудак прописали. Че, может перевязать там, я не знаю. Перевязался. Так, готовим силы сейчас для второго. Вон окопы. Да, они вот там в окопах, но по нам еще справа оттуда, на это внимание не отвлекаем. Так, внимание, всем огонь по окопам. За дымом, за горой, всем огонь туда. Метров 500, ставьте. Огонь, 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 видите? Подавляем, подавляем. Огонь. Сейчас к нашим еще подойдут, потом попадем. Стреляйте, стреляйте постоянно, патронов у вас дофига. Стреляем, стреляем, стреляем. Стреляем. Так, что у нас? Трупы, трупы, трупы. Стреляйте, стреляйте, подавляйте их, ребят. Он туда, в горку стреляет, все, без разницы куда. По окопам, вот. Накрывай. Сейчас чуть-чуть подбегает и готовимся атаковать дальше. У нас что-то вообще мало осталось. Сзади. Это диф остался, какие-то патроны, еще что-нибудь. В машине. Так, хорошо, смотри, у нас одно деление там буквально осталось. На последний рывок до окопа. Смотри, ты мог граф возьми в машине, все сделай. Вперед поедем, скорее у нас спасись. Давай, да я могу с ней бежать. На машине быстрее, да. Принял, принял. Сейчас я своих предупрежу. Так, внимание, ребят, сейчас на машине будет дым организован, стреляйте. В атаку. Так, Дифа, пошли на машину, садимся. Давай, 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 давай. Садись, за руль.
левее возьми сейчас атаку, что ли. Левее, 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 левее. Да. Там, короче, справа по нам еще выход, помимо сбоку. Потом, потом в конечном итоге левее возьму. Здесь уже, блин, осталось там, блин, это мое деление, там чё. Смотрите, осторожно, здесь уже и своих полно. Остатки отделения собираем. Раз, два, три, четыре. Пытаемся тут пока. Сейчас пойдем в обход. Пулеметчик там погиб, да? Да. Уже все перемешались уже. Водитель. Да, да. Так, вы последний, да, кто перебежал? Да. Так, давайте передыхиваем, короче, и пойдем наверх, сейчас не полезем. Пойдем через левый фланг всего. Арни, я что-то отбился, буду с вами. С нами, с нами. А здесь уже все перемешались. Сходите, свои уже наверху. Водителя Бронкерина, здесь кто-то возьмет пулемет. Он уже пустой. А. Бегут? А, да, еще трое. Итак, для того, чтобы было хоть как-то понятно, что вообще происходило, давайте посмотрим окапчик. Как вы поняли, случилась фиаско, и у меня жесткий диск заполнился записями, но... Там, грубо говоря, уже в конце не сильно что-то интересное было, поэтому давайте посмотрим со стороны, как это все выглядело. Итак, Красная Армия находится здесь, здесь очень много людей. Напоминаю, здесь, по-моему, два взвода, по-моему, пехотных, или сколько-то там. И вся эта дружная братья едет через север. Вперед едет разведка, разведка вот она конкретно, Бренкейры. Она здесь стоит, что-то ждет. Потом все взвода идут... Дальше на север, по лесочку, естественно, противник спалил, периодически там что-то стреляет, но дистанция очень большая. И здесь случается первый артобстрел с Небельверфера, реактивных установок, и убивает отделение. Здесь вот можно видеть, что здесь вот, ну, неплохо, в принципе, одно отделение скосило. Поэтому командование дружно сказало, мы сюда не пойдем, поэтому пойдем вокруг. Другой стороны. И весь наш взвод, я конкретно вот здесь вот нахожусь, командир отделения одного из отделений, соответственно. Мы дружно перебрасываемся на запасной план. То есть это было заранее предусмотрено. К нам приезжают брейнкейры из разведки. Нас как-то там кое-как пытаются кого-то на машинках, кого-то пешком отправить. Одно отделение почему-то ушло вперед, непонятно почему. Она там поодиночке начала там с кем-то перестреливаться. Мы тем временем ждали и формировали боевое построение для атаки. Здесь по нам же реактивный миномет жахнул. И потом дружно вот это вот братья
как могли, атаковали. На самом деле, я думал, что здесь вот на этом моменте, ну все, хана, пипец. Потому что я не знал, что творится, какая ситуация. То есть у нас на местах ситуация огонь-батарея. А здесь, оказывается, сверху неплохо взвод второй зашел, который оставался все это время в лесу. И фактически атака была с двух сторон. То есть они отвлеклись все дружно на южное направление, а с севера их второй взвод дружненько всех порешал. То есть мы здесь горем пополам смогли захватить высоту. Взвод наш второй захватил сам поселок. И вот здесь вот у меня заканчивается видео примерно. Мы понимаем, что село захвачено. Это было удивление просто в край. Я думал, что все, хана, мы сейчас выйдем, нас тут порешают по бырику и все. Но оказывается, здесь довольно-таки много было наших союзных отделений. Мы дружненько садимся на Бренкайры. Вот я вот здесь вот на водителя Бренкайра. Мы просто влетаем к реактивным установкам. Они все забаррикадировались в домике. Ну, вот здесь, естественно, исход их непонятен, потому что такая толпень просто налетела. Их там пиф-паф, там фашист лови гранату и все, и алюлю. Все, с вами был Пионер. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующих видео. Пока.